Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про Солану и обсудим всю рыночную ситуацию. Во вчерашнем видео я говорил вам, я жду поглощения данной свечи. Дорогие друзья, данную свечу мы поглотили. По идее, данный сценарий отработал. Еще здесь я говорил вам, то что я жду рост, чтобы засадить как можно больше лонгов и забрать стопы шортистов. Но после этого я все равно ожидал снижения. Снижение в мою зону интереса. Сегодня я расскажу вам, что буду делать здесь. Почему, дорогие друзья, данный сценарий все еще актуален. И почему мы идем именно к нему. Почему Солану я буду покупать. Почему данный проект является фундаментальным. Все это я раскрою в данном видео. А перед началом обязательно поддерживайте его лайком, потому что это очень сильно мотивирует на запись последующих видеороликов. И давайте сразу переходить к делу. Дорогие друзья, касаемо рынка, мы говорили здесь, мы говорили здесь, мы говорили здесь и мы говорили здесь. В каждом видео я рассказывал свой сценарий, поэтому сегодня я повторяться не буду. Я жду мою зону интереса, и только здесь я буду покупать правильную крипту, в том числе и Солану. Почему именно данную монету? Да потому что это фундамент всего рынка. Дорогие друзья, это один из проектов, который является экосистемным, и соответственно он в будущем понадобится всем. Строится полноценная цепочка, которая взаимодействует друг с другом, и Солана – это один из проектов, который будет нужен у нас на предстоящем бычьем рынке для постройки новых приложений, для мостов и прочего. Это все нужно учитывать. Фундаментал нужно изучать. И, разумеется, инвестировать только в будущее. Только в те проекты, которые в будущем обязательно пригодятся. Солана – это один из таких проектов. Именно поэтому данную монету я буду покупать дальше. Уже позиции долгосрочные набраны. Касаемо спекулятивной части, я закрывал ее здесь. Можно было спекулировать и можно было, разумеется, выкупать все ниже данных уровней. Это все, дорогие друзья, уже хорошие цены. Об этом я говорил в прошлых видео. Кому интересно, переходите, смотрите видео за эти даты. Моя уверенность в данном проекте никуда не пропала. Здесь я покупал, потому что верил в данную монету. И в прошлых видео про Солану за эти даты я рассказывал, почему покупаю данную монету. Уже x2 я заработал. И это только начало, потому что нормального роста у нас еще не было. И Солана себя еще не показала. Так же, как не показал себя биток. Биток отскочил, но в принципе бычий рынок еще даже не начинался. Все у нас впереди. Касаемо Соланы, я жду что-то типа такого. Прямо сейчас мы находимся здесь. Я жду подобный потенциал. Я знаю, данная монета себя еще покажет. И сейчас мы находимся на днище медвежьего рынка. Уже хорошие цены. Уже данную монету покупать нужно и, соответственно, нести это все наверх. Ада Кардана – это старая монета. Данная монета себя проявила. Я верю в то, что Солана тоже себя покажет. Я знаю, что находимся мы примерно где-то здесь, и все только у нас начинается. Именно поэтому тренд нужно подхватывать уже сейчас, на медвежьем рынке, и, разумеется, подготавливаться к бычьему. Покупать нужно не на росте. Покупать нужно не тогда, когда все об этом говорят. Покупать нужно именно на страхе. Касаемо Ады Кардана, кстати, та же ситуация. Мы сейчас формируем плацдарм для последующего роста. Сейчас тоже можно покупать данную монету. Все только начинается. Прямо сейчас у нас нет альтсезона. Даже биткоин себя не показал. Все только зарождается. И готовиться нужно заранее. Именно поэтому, дорогие друзья, покупайте на отсутствии интереса. Тогда, когда это никому не нужно. Касаемо Соланы, интерес постепенно угасает. Касаемо Соланы, все катится вниз.
Именно поэтому золотое время у нас формируется. И данное золотое время нужно забирать прямо сейчас. Что касается в целом рынка, почему я так уверен в снижении? Да потому что люди сейчас лонгуют. Те люди, которые в рост не верили здесь, верят сейчас. Это ошибки толпы. Люди всегда переобуваются, когда видят рост по факту. Но, дорогие друзья, это уже ошибка. Здесь покупать не нужно. Покупать нужно задолго до роста. Тогда, когда всем страшно. Именно поэтому я жду страх. Я жду мою зону интереса. Здесь все снова будут бояться. И я буду забирать этот момент. Забирать на страхе. Все максимально просто. Лонг позиции мы будем выбривать 100%. Именно поэтому, дорогие друзья, учитывайте данные моменты. Подготавливайтесь заранее. И покупайте только на страхе. Все максимально просто. Если вы имеете желание на просадке битка купить правильную крипту, это будет не только Solana, но а также куча других монет, то приглашаю к себе на обучение. Приглашаю на курсы «Начало», «Секрет рынка», «Элитный инвестор» и «Практик». После полного обучения вы получаете доступ в нашу команду, где все списки будут опубликованы. Кому интересно, ссылка есть в описании. Прямо сейчас действует скидка. Присоединяйтесь и зарабатывайте вместе с нами. Обучайтесь и двигайтесь с набором правильных инструментов. Касаемо рынка, всегда нужно идти против толпы. Сейчас можно подготовить почву, набрав правильные монеты. И на бычьем рынке зарабатывать за счет этого. Solana я буду набирать. Я знаю, данная монета себя отлично покажет. Также я буду набирать кучу других монет, которые себя совершенно еще не показали. Которые, разумеется, будут раскрывать свой потенциал именно на бычьем рынке. Сейчас самое лучшее время, чтобы подготовиться. Сейчас те же отметки, которые мы видели здесь. Дорогие друзья, готовьтесь и зарабатывайте. Не идите за толпой. Толпа всегда ошибается. Двигайтесь за умными игроками. Набирайте то, что набирают киты. Анализируйте их кошельки. Анализируйте фондовые кошельки и набирайте то, что набирают они. Киты никогда не ошибаются. И, разумеется, всегда я за ними следовал и буду следовать дальше, анализируя правильно рыночную ситуацию. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте лайк, если не поставили. Желаю всем удачи, всего хорошего и всем пока, друзья!